Ванга назвала три знаки зодиака, которые тесно связаны с мистикой. Великая провидица утверждает, что связь со всем мистическим больше всего прослеживается у трех знаков зодиака. Так давайте узнаем, кто это. Только для энергообмена поставь лайк и подпишись. И да, по ссылке в описании ты узнаешь тайны своей судьбы. А мы продолжаем. Первый знак — Скорпион. Этот знак зодиака обожает разгадывать тайны. Он с интересом читает детективы или смотрит запутанные шоу. Его притягивает все загадочное, его увлекают запредельные возможности человека, часто он даже начинает развивать собственные экстрасенсорные способности. А магия как раз позволяет это сделать. Но Скорпион помнит об опасностях, подстерегающих любого на этом скользком пути. Хочешь магическим способом влиять на других, будь готов получить обратный удар. Второй знак — Рыбы. Представители этого знака зодиака тоже увлечены мистикой. Но в отличие от скорпионов, они не исследователи или ищейки. Рыбам нужно совсем другое. Они хотят проникнуть в глубинный смысл жизни нашей Вселенной, почувствовать свое единство с ней, слиться с миром в прекрасной гармонии. Поэтому многие из них увлечены эзотерикой, уфологией и духовным развитием. Рыбы постоянно ощущают дыхание высших сил, они видят вокруг красоту, которую не замечают все остальные. И третий знак. Представители третьего водного знака больше всех остальных верят во всевозможные народные приметы и поверья, стараются их соблюдать, чтобы не навлечь на себя проблем. Они читают гороскопы для себя и всех членов семьи, покупают обереги и талисманы, произносят защитные молитвы. Рожденные под этим созвездием, особенно женщины, нередко обращаются за помощью к гадалкам, ведуньям, астрологам или экстрасенсам. Они убеждены, что существуют скрытые силы во Вселенной. И лучше с ними подружиться, чтобы обеспечить себе удачу в будущем и счастье в настоящем. Кстати, загляните в таблицу совместимости знаков зодиака в любви. И это рак.